Всем привет! Новый год все ближе, и самарцы с удовольствием раскупают товары с праздничной символикой для себя и в подарок. Полезный сюрприз ценен вдвойне, а зимой согреть может пижама. Всевозможные сайты предлагают пижамы по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Выбирая пижаму, прежде всего обратите внимание на материал, из которого она сшита. Для ежедневной носки подойдут трикотажные комплекты. Они идеальны не только для комфортного сна, но и для использования в качестве повседневной одежды. В холодное время года настоящим спасением станут пижамы из флиса или велюра. Пижамы из шерсти и акрила тоже хорошо удерживают тепло, но из-за своей фактуры могут причинять дискомфорт и вызывать аллергию. Пижаму исключительно для сна лучше выбирать без застежек, пуговиц и молний. При осмотре пижамы в магазине проверьте швы. Они должны быть мягкими, в ином случае спать в такой пижаме будет некомфортно. Уделите внимание швам, когда выбираете пижаму из шелка. Они должны быть качественно обработаны, чтобы шелк не расползался. Пижама не должна стеснять движение во время сна. Покупайте ночной костюм на один или два размера больше. Если уже при примерке вы испытываете дискомфорт, смело отказывайтесь от покупки. На сайте Wildberries женская новогодняя пижама красного цвета сейчас продается со скидкой за 2070 рублей. Ее прежняя цена 4406 рублей. Домашний костюм состоит из рубашки оверсайз на пуговицах с длинным рукавом и прямых брюк. Состав 100% хлопок. Пижама отделана контрастным кантом по карману на рубашке, воротнику и манжетам. Теплая, незаменимый вариант зимой, осенью и весной. Не теряет форму после множества стирок. Представлена в стандартных и больших размерах. На сайте Озон пижаму женскую пирамиду сейчас продают за 1051 рубль. Раньше она стоила 2740 рублей. Страна-производитель Россия, пижама без подклада, без застежек, рост модели 174 сантиметра, 100% хлопок. На сайте Яндекс.Маркет женская новогодняя пижама продается за 3299 рублей. Комплект состоит из рубашки и брюк, размер 40-42. Цвет красный, ткань, кулирная гладь. Длина рукава 57 сантиметров, рост модели на фото 172 сантиметра. Крой брючин прямой, тип кармана в шве, рукав точной. Тип посадки средняя, состав ткани 100% хлопок, обхват талии 64 сантиметра. Длина изделия по спинке 56 сантиметров, обхват груди 88 сантиметров. Рекомендуется стирать при 30 градусах. На сайте Intimissimi женскую пижаму сейчас предлагают за 4499 рублей. Цвет темно-розовый, брюки однотонные, верх в полоску. Длинные брюки-джоггеры выполнены из мягкого и теплого хлопка. Имеются карманы, отделка контрастного цвета. Кофточка с длинным рукавом, воротник мыском. Рост модели 175 сантиметров, размер S. На сайте groupprice.ru пижаму женскую новогоднюю предлагают со скидкой в 16% за 950 рублей. Пижама представляет собой комбинезон из кулирки. Полукруглая горловина с декоративной отделкой, рукав длинный на манжете, низ комбинезона на манжете. На спинке по поясу вставлена резинка, впереди принт, пуговицы. Длина изделия 50-го размера, от плеча до талии 44 сантиметра, от талии до низа 106 сантиметров, длина по шаговому шву 78 сантиметров, состав 100% хлопок. Некоторые подбирают цвет пижамы под постельное белье, но тут следует прислушаться к советам психологов о влиянии цвета на настроение. Умиротворяющее действие оказывает синий, зеленый и розовый цвета. Кроме того, розовый настраивает на романтичность, это цвет любви и чувственности. Черный не всегда означает негатив, но применяйте его осторожно, в зависимости от настроения. Если вы сильно устали и день был полон неприятностей, пижама черного цвета только ухудшит ситуацию. Пижама классического белого цвета, по заверению психологов, подарит вам ощущение свободы и спокойствия. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки!